Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 26 марта, и речь у нас пойдет о георгинах-заморышах, как я их называю. 3 недельки назад я спустилась еще раз в погреб и перебрала все безобразие, которое у меня там в 2 ящиках хранится, и нашла еще вот себе таких. Они не гниющие, ничего, ну просто заморыши вот такие вот уже сморщенные, непригодные ни к чему, казалось бы, на первый взгляд. Но, смотрите, девочки, я их вытянула вот такие вот несчастные. Положила их в обыкновенный поддон без всякой земли. Поставила на южное окно, у меня там хороший солнечный свет и тепло. И смотрите, самое главное условие для того, чтобы на вот таких вот несчастьях получился у нас здоровый, хотя бы один хороший побег, это вот стебелек вот этот вот и корневая шейка. Если у вас есть вот такой вот один засушенный маленький клубенек, но сохранилась корневая шейка, хотя бы кусочек, он обязательно даст вам росточек. Вот видите, спустя 3 недели на всех моих заморышах появились росточки. Без земли, без ничего. Вот здесь их даже 3. Вот смотрите, 1, сейчас показываю, 2 пробивается, и вот там вот 3. Поэтому со временем я их буду разделять, но это уже будет тема другого видео. Смотрите еще. Вот, казалось бы, ну нечему здесь расти, не из чего. И чуть-чуть осталось у нас корневой шеечки. Ну вот он, красавец, побег. Вот. Еще раз повторяюсь, без земли, без пакетов, я вообще этим не заморачиваюсь. Вот я их положила вот такой вот поддон на солнечное окно, вот они мне выдают такие стебелечки. Через недельки 2 я их поделю, там где у меня будет 2 росточка, 3 росточка, посажу уже в грунт. И получится у меня полноценные кусты георгинов. Вот еще показываю. Так, здесь надо поискать, через камеру не сильно видно. Ага, смотрите, ну вообще сплющенный, сморщенный. Но вот он, росточек у нас есть, вот 1. Вот у нас 2. Поэтому потом я вот так вот поделю, чтобы росточки, ну не клубень поделю, а вот так вот поделю наискосок. Вот, и нашим росточкам достаточно будет питательных веществ для того, чтобы они хорошо росли и развивались в грунте. Вот видите, остался кусочек корневой шейки. Но если у вас, вот для примера показываю, остался клубень без всякой корневой шейки, можете его смело выбрасывать, толку из него не будет. Потому что росточки наши идут исключительно с корневой шейки. Вот смотрите, вот у меня 1. Вот 2, вот 3, там где-то и 4 был, но еще раз говорю, через камеру мне как-то не совсем видно, как без камеры. Вот, поэтому, девчоночки, смотрите, без земли, без заморочек, без удобрений, без предварительных посадок, вот такие вот заморыши ставите на южное окно, и через 3 недельки у вас нормальные росточки. Еще через 2 недельки я поделю вот эти вот все. Я оставлю не больше двух для каждого клубенька. Как буду делить, все буду показывать. Самое главное условие, чтобы сохранилась вот эта вот корневая шейка, в которой и закладываются наши будущие ростки. Вот она совсем манюсенькая. Вот наша манюсенькая корневая шейка. Ну вот уже росточек пошел. Поэтому оставайтесь со мной, девочки. Никогда не выбрасывайте заморыши. Поверьте, они на многое способны. Мы их скоро будем делить. Делить будем и здоровые клубни. Не подумайте, что у меня все такие. Поэтому оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам всем за внимание. И до новых встреч.